बेनु सुखी लकड़ी होकर के और छेद युक्त होकर के ये कैसे पान कर रहे घूमते संग जग अवशिष्ट रस यह तक भी नहीं है हमारे प्राण तंत्र की अधर सुधा की एक बूंद भी नहीं छोड़ते और देखो कैसे हम लोग पक्का नियत перевода इष्टता प्रकाश करती है और कैसे वो आस्वादन करते और ऐसे बेन के सौभाग्य को देख करके Гопи жалуются на Вену, на флейту. Насколько же Вену удачлива. Они говорят, у нас есть право вкушать эти губы. Но сейчас это флейта, она вкушает всевозможные расы. Все деревья Вриндавана, слезы катятся с их глаз, и они говорят, если в чьей-либо династии Вайшнав родится, или какая-то возвышенная личность, описывается, что деревья проливают слезы, желая, чтобы такая личность родилась в их династии, точно так же, как низший человек хочет, чтобы в его династии родился кто-то возвышенный. Go my dear most Gurudev page और वहाँ पर चेक करिए ठीक है हरे कृष्णा Одна гопи говорит другой, о Саки, я не знаю, какую деятельность совершала эта Вена в прошлом, что сейчас она так независимо вкушает губы, нектар с губ Шри Кришны. Другая Саки говорит, что эта Вена настолько удачливая, нет никаких сомнений в этом. Эта Вена, эта флейта настолько удачлива. То, что очень редко для всех, она сейчас вкушает этот нектар с губ Говинды. И она всегда общается с Кришной. Кришна never... Это про флейту. Кришна never leave the Venu никогда не упускает Вену из своих рук, даже на секунду, когда он кушает или спит. И куда бы он ни направлялся, он всегда берет с собой Вену. Наши ачарьи объясняют, Вриндаванский Кришна всегда берет две вещи с собой. Одно — это павлинье перо, второе — это вена, флейта. Такова особенность Вриндаванского Кришны. В Матхуре Двараке Кришна не носит с собой павлинье перо и вену. Но в Вриндаване Кришна, такова особенность Вриндаванского Кришна, что он всегда берет с собой павлинье перо и флейту. Он никогда не упускает две эти вещи. Итак, гопи
чувствуя удачу этой вену, они думают, насколько же она удачлива. И в этом нет никаких сомнений. Потому что Говинда, он всегда берет вену в свою руку, всегда общается с ней. Иногда что происходит? Если кто-то исполнен такой удачи, аханкары, то он обретает некоторое эго, которое называется собхагьямат, то, что произошло на расастале в ходе танцараса. Некоторые гопи, они обрели это настроение собхагьямат. Они были настолько опьянены своей удачей. Какого рода это удача? Под йога, под влиянием йога майи, каждая гопи думала, что Кришна танцует только лишь со мной, ни с какими другими гопи. И Кришна, он принимает множество образов, потому что в одно и то же время, потому что он Бхагаван, и он танцует со всеми гопи. Шрила Вишвана Чакравартипад говорит, что Кришна, он двигался настолько быстро, что когда он совершал этот танец, он двигался от одной гопи к другой настолько быстро, что эта гопи, она не понимала, что Кришна в то же время с другими гопи. Точно так же, если вы очень быстро двигаете зажженной веточкой, то через некоторое время вы не видите, что это зажженная веточка, а это огненный круг. И что произошло? Когда Кришна, он так быстро танцевал, так быстро передвигался от одной гопи к другой, то все гопи стали думать, что Кришна, он только лишь со мной. И что Рададжи сделала? Рададжи поняла, о, Кришна сейчас со всеми танцует, потому что тот, кто друг для всех, он друг не для кого на самом деле. Кришна говорит, я друг для каждому. На самом деле это не так. Потому что Кришна сам говорит, никто не мой друг, никто не является моим врагом, ни другом. Если кто-то является другом для всех, на самом деле он не является другом ни для кого. Любовь тогда уменьшается. Когда такое происходит. То есть любовь, она не восходит до высочайшей степени. И любовь, она не выражается в наивысшем своем проявлении. Таким образом, в сердцах гопи Шримати Радика обрела такое настроение в своем сердце. Потому что Кришна, он до этого и говорил, «Хей, Радхи, мне никто не нужен, никто не дорог мне, насколько ты дорога мне». Таково качество, признак лампата. Это сварупа лакшана Кришны. В мире мы можем видеть, как, например, юноша и девушка, они выражают любовь друг к другу. Girl, и
И такой мужчина, у которого много женщин, с какой бы девушкой он ни встречался, он ей говорит: «О, ты мне дорога больше всего, ты мне настолько больше жизни, ты мне дорога». Это как уже льстивые слова такие. В то же время девушки, они делают то же самое. Могут делать то же самое. Такое происходит в этом мире. Например, есть девушки, которые могут встречаться со многими юношами, и каждому они говорят так же, те же самые слова. Это материальный мир, но в трансцендентном мире это не так. Гопи, они однонаправлены только лишь на Кришну. Вот почему в том мире у гопи, у них нет никаких недостатков. Почему у гопи нет недостатков? Потому что у них только лишь один Пуруша, мужчина, это Кришна. Говорится, что в танце раса только лишь существует один мужчина, Кришна. Кто гопта? Кто наслаждающийся? Он верховный наслаждающийся. Есть два понятия в преме. То есть наслаждающийся — тот, кем наслаждаются. Кришна — это единственный Пуруша. И поэтому все это направлено на Кришну. И Он — верховный наслаждающийся. И все направлены только лишь на Него. Поэтому у гопи нет никаких недостатков. Даже в трансцендентном мире вот эти вот слова вы не можете гопи это отнести. То есть материальные как бы слова могут быть направлены, но это не может относиться к гопи, потому что все гопи, они направлены лично к Кришну, они встречаются только с Ним. Поэтому ничего нельзя сказать о гопи. Если бы у гопи был какой-то другой мужчина, помимо Кришны, то можно было бы сказать, что они не очень хорошие девушки. Поэтому Удава, он сказал в одной шлоке. Ка-има. Гопи говорят, где... А, он говорит, где эти гопи, где я? В этом материальном мире люди говорят плохо о женщинах, но любовь гопи, она несравненна. Почему? Потому что все они полностью однонаправлены только лишь на Кришну. В этом мире люди, они находятся в долгу. И люди находят недостатки у женщин, говоря, что они не целомудренные. Ваначари — это те, кто блуждает в лесу, а в Ябичаре — это негодяи. На самом деле это неправда. Гопи не являются вьябичари, то есть те, у кого нет взаимоотношений с другими. Каков смысл вьябичари? Если у одной женщины, у нее есть отношения со многими, в Писании говорится, если кто-то пребывает с одной женщиной, если женщина находится с одним мужчиной, это приемлемо писаниями. Писания это позволяют.
Какой-то Прабхуджи говорит, вот у Драупади было пять мужей. Гурудев говорит, ну, у Гопи немножко это другая, другой пример, другая история. Люди говорят, Ваначарья, Вьябичарья. Вьябичарья — это тот, у кого есть отношения со многими. Гопи, они направлены только лишь на Кришну. Женитьба Гопи, их свадьба, это просто лишь для показа. На самом деле у них нет никаких отношений со своими мужьями. Шиладжива Госвами в Гопала Чампу говорит, что все кумари, все девушки в Раджа, когда они достигли определенного возраста, их... Что сделала Йога Майя? Она послала сон родителям каждой гопи, что их дочери, когда они вот вышли замуж, что они вышли замуж за Кришну, и это чувство Йога Майя она устроила. Во время Говатса Харан, во время лилы, похищения мальчиков, пастушков и телят, когда Брамаджи их похитил, у Гопала Чампу в этой книге объясняется, что все родители гопи, что они видели во сне? Our daughters got married with the gop. Что? This is called the swapnik deva. Ну, что наши дочери, они вышли замуж за гопов. А гопи, они как будто бы даже не поняли, вышли они замуж или нет. Просто Йога Майя, она хотела устроить паракета лилу, поэтому за очень короткое время она создала эту иллюзию, что эта девушка, она думает, что я вышла замуж за этого гопа. То есть гопи, они, у них есть это ощущение. Для того, чтобы сделать так, чтобы гопи и Кришна не вкушали эту паракия бхаву, на самом деле, это женитьба — это как иллюзия. Это не на самом деле. Кто-то вышел замуж за кого-то во сне. Что это? Настоящая свадьба? Это не так. А когда сон заканчивается, вы открываете глаза и не понимаете, где вы вообще. Итак, у гопи, у их родителей, у них был вот этот сон, что наша дочь, она вышла замуж за какого-то гопа. Такова лила Йога Майя. Гопи никогда не выходили замуж ни за каких гопов. Джива Госвамипад это проясняет. Потому что у них вечные взаимоотношения с Кришной. И они не могут никого даже на секундочку представить, помимо Кришны. Брахма Вайварта Пуране описывается, как будто Радика, она вышла замуж. Я это описал в книге Мадхусмита Шри Радха. В соответствии с Брахма Вайварта Пуране говорится, что
Шимати Радика, она вышла замуж, и была такая пышная церемония, только лишь для того, чтобы показать людям. Но это все было устроено йога майи. Но это все было подобно иллюзии. Как в этом мире мы можем видеть подобные лилы. Кришна, он совершает нарават лилы, лилы, подобные человеческим, чтобы просто создать какой-то вкус у людей. И другая вещь, вы должны понимать это очень ясно. Перед тем, как читать Бхагаватам, вы должны все это понимать. Иначе у вас будут сомнения в уме. Какого рода сомнения? Радха и другие гопи. Не было никакой свадьбы у них. Джива Госвамипад очень ясно проясняет все это в книге Гопала Чампу. Все это как подобно сну произошло. Если вы скажете, что не было свадьбы, то как они могли находиться в домах своих мужей? На самом деле гопи были очень маленькие. Они даже не понимали, что такое свадьба. Они были далеки от этих вещей. То есть, хорошо, ты вышла замуж за этого гопа и будешь жить в том доме. Эта маленькая гопи, она еще не знает, как носить одежду. Что произошло в тот момент? У них очень нежная натура. Сердца в таком возрасте, юном, маленьком, абсолютно чистые, никаких даже желаний, похотливых желаний нет в таком сердце. Поэтому гопи иногда живут в доме своих родителей, иногда в доме своего мужа. Кришна совершает лилу, подобно человеческой. Обычный человек не может этого понять. Если сказать, что все гопы — это экспансии Кришны, а я Бхагаван, все мои экспансии — нет, это не так, тогда не будет расы в лиле. Потому что он являет лилу, подобно человеческой. Он проявляет нарават лилу, лилу, подобно человеческой, поэтому так показано все. Гопи было 5 или 6 годиков тогда, не больше, не более 8. Какие отношения у них были с Кришной? В 6 лет Кришна явил Чирахаран Лилу. То есть Лилу, когда он похитил одежды гопи, в 7 лет он поднял Гираджа Гвардхан. И как ребенок может понимать это, когда ему около 6 лет? У нас как бы вот такая, ну, нечистое мышление, поэтому мы не в должном свете видим все эти лилы. Когда Кришна, он встретился с гопи, Праката лили Кришны, ни один Враджаваси так не думал, что у Кришны, у него есть вот эти взаимоотношения с гопи. Но несколько человек знали. Пурнамаси Йогамая. Немножко что-то знал Баларам также.
И кто все это раскрыл? Шукадева Госвами Пад Шримад Бхагаватам, иначе никто не знал об этом до этого. Шанта Дасе Сакья Ватсали Мадхурия. Все это представил Шукадева Госвами Пад. So Krishna's has this kinds of relationship with gopis. У Кришны у него есть такие взаимоотношения с гопи, но никто не знал об этом, что Кришна он встречался с гопи. Немножечко знала Рахини также. Krishna's Madhurya Lila. Мадхурья Лила Кришны. For hearing that Krishna's Madhurya Lila, we should understand this. Когда мы слушаем об этих лилах, мы должны это все понимать. Раса лила Кришны, его встреча с гопи, никто не знал об этом. Знала только Пурнамаси Деви, немножко Рахини Деви, что Кришна, он совершал расу с гопи, играл на флейте, созывал всех гопи. Кто рассказал об этом? Шукадева Госвами Пад. Все это было проявлено им. До этого никто не знал. Поэтому в Праката Лила Кришны никто не знал об этих вещах. Ну да, кто-то догадывался, что у гопи у них есть привязанность к Кришне. Но то, что у Кришны у него были физические отношения с гопи, то есть что он встречался с ними, никто об этом не думал. Мы должны понимать все эти вещи очень ясно. Если кто-то хочет, если кто-то не понимает этого, он будет апарадхи. Как Кришна мог поступать так с гопи, что гопи не становились как вьябичари, то есть у них были отношения уже с несколькими мужчинами? То есть это неверное понимание. Если бы в Враджаваси об этом узнали, как бы они продолжали его любить, иметь столько привязанности к Кришне? Если у человека, например, если у женщины есть отношения с многими мужчинами, кто может это вытерпеть? Никто. Поэтому мужчина Чакраварти Пад, он показывает 4 вида лил. Особая лила — это в месяц Маг. В этот месяц Вишван Чакраварти Пад показывает, что Шримати Радика, она думала, это месяц Маг. Это особая титхи. И она просыпается рано утром и ходит на Ямуну. Это упоминается в Бхагаватам, что Рада и другие гопи, или это не упоминается в Бхагаватам, в общем, это Вишван Чакраварти Пад описывает. Рада и другие гопи рано утром еще до Брахма Мухурта они направлялись на Ямуну и принимали там омовение. И все гопи под руководством Шримати Радики, Рада, Лалита, Вишака, рано утром просыпались и шли на Ямуну, чтобы принять омовение. В месяц Маг, который является очень благоприятным, но также он очень холодный. Самый холодный месяц. Самый холодный месяц. Месяц Маг очень холодно, это зима. И все гопи просыпались рано утром до Брахма Мухурты и шли на Ямуну. И Рададжи также была там. У Джатила было такое ощущение в уме.
Все они направляются в такой холод. Почему они это делают? Наверное, они направляются, чтобы встретиться с Кришной. Кутила так подумала. Что произошло однажды? Что она сделала? Джатила или Кутила? Джатила. Кутила, Кутила. Кутила то Нанда ти, Кутила. So Nanda was thinking where she are, where they are going. И она думала, куда же Рададжи идет? So when Radhaji came out from the home, so they were chasing her. И когда Рададжи выходила из дома, то она следовала за ней. И Кутила думала. Вначале мы должны проверить, Кришна он дома или нет. И вот Кутила. Тогда она бы поняла, что Кришна он встречается, ну, гопи не встречается с Кришной или что не делает. И Кутила отправилась в дом Яшоды, спросила, Кришна дома? Кришна в твоем доме? И мама Яшода ответила, Кришны нету дома. Он пошел на Ямунаснан, принять Марини на Ямуне. Итак, Кутила подумала, о, все, о чем я догадывалась так долго, сейчас я поймаю их с поличным, поймаю всех. So red-handed. I will caught them red-handed. Застукаю их. I will catch them and will preach all over the Braj. Поймаю и всем like расскажу, чем занимается гопи. Такая лила Бхагавана. Какую лилу проявить только лишь он знает. Итак. So when he was doing Vilas Lila in the Kunji and other, Krishna он являл Виласа Лилу в Кунджи. Там было множество Саки, Лалита Вишака, Рупа Манджари. Все они находились в Кунджи. И что произошло? Рати Манджари вышла из Кунджи, и что она увидела? Она увидела, что Кутила подходит туда. So she instantly gave the news to within 2 minutes Kutila will be here, so everybody has to be alert. Everybody was afraid. И все, она всем рассказала, и все испугались. Hearing the roar of, как, например, кто-то слышит, как рычит лев. Олени тут же все пугаются. Just like hearing the roar of lions, например, rabbit goes into the nest, зайчик, когда он house, слышит рык льва, он тут же запрыгивает к себе в норку и боится, там сидит. Так же и гопи думали. Но Кришна сказал, не волнуйтесь, я здесь. Что не, все, что произойдет, не беспокойтесь об этом. И что произошло? Кришна исчез из Кунджи, и Кутила зашла туда, постучалась. В эту Кунджу никто не открывал. И она подумала, Кутила подумала, наверняка Кришна внутри там, что-то там происходит. И Кутила так подумала в своем уме, о, наверное, Рада и Кришна в этой кунже, наверняка они там. И она очень долго стучалась, и потом она сломала дверь и ворвалась туда. И что она увидела? Кришна не было там. Но она почувствовала аромат тела Кришны. Она поняла, что Кришна был там. Она начала повсюду искать, но Кришны не было. Но была только лишь его гирлянда. Кришна, whatever the mala he was garland he was put on, that was only there.
Только лишь гирлянда, которую носил Кришна. И Кутила спросила, где же Кришна, потому что здесь его гирлянда. Но гопи говорят, нет, он не здесь, нет его здесь. Нет, нет, я знаю, что это гирлянда Кришна, он наверняка должен быть здесь. И она взяла эту гирлянду, начала показывать всем в Враджу, о, это гирлянда Кришны. Но Кришна, он Лила Пурушоттам, что он сделал? Кришна принял облик Абхиманию, брата Кутилы. И так он принял этот облик и отправился на берег Ямуны. И Кутила сказал, «О, брат, откуда ты идешь?» А тот ответил, «Смотри, сегодня мы ходили на пастбище, он где-то потерялся, я его ищу». То есть Кришна в облике Абхиманию говорил это. «О, сестренка! Один из моих быков куда-то забежал, поэтому я его ищу повсюду, поэтому я пришел сюда». Она сказала, «Почему ты пришла сюда? У тебя такое нежное тело, ты что, хочешь омыться в Ямуне?» Но Кутила ответила, «Нет, нет, Бая, брат». Твоя жена Рада каждый день говорит, что я хожу на Ямуну, но она не ходит омываться в Ямуне. Кришна и Радха, они встречаются здесь. Я все увидела практически своими глазами, но Кришна не было там. Но у меня есть гирлянда в моих руках. И Кришна в облике Абхиманю сказал, «Вот, ты тут хорошую работу проделала». И с этой гирляндой, она сказала, «Я отправлюсь...» А, Абхиманю сказал, «Я пойду к Камсе». Потому что сын Нанда Махарадж во Врадже, он такой... глупец. Он всегда всех подкалывает. И поэтому я так себя ведет плохо. Я передам эти новости Камсе. И Камса со своими солдатами придет к Нанде Махараджа и наругает, в общем, накажет Кришну. Но это то, что происходит в нашем доме, поэтому никому не рассказывай, иначе все начнут нас критиковать. Поэтому, моя дорогая сестра, ты такая мудрая, ты такая нежная и такая разумная. Не рассказывай об этом никому. Я отправляюсь в Камсе, я отправляюсь в Матхуру, Камса придет, и накажет его, но ты кое-что сделай. Этот Кришна, он такой плут. Иногда он может даже в моем облике проявиться. Поэтому вот что сделай. Стань в доме, возьми веник. Потому что он может быть, он может принять мой облик. И если он придет, он побьет меня. А, ты должна побить его, потому что я сейчас в Матхуру иду. И Шимати Радика очень быстро вышла из Кунджи и вернулась домой в Яват. Кутила не увидела этого. И что произошло? Кришна — это Бхагаван, Лила Пурушоттам Бхагаван. Он был на крыше с Рададжи в ее доме в Яваде. Что произошло? Кутила взяла веник, и в это время настоящий Абхиманию, брат Кутилы, после пастбища, вставший, шел домой, и он подумал,
сейчас пойду и водички дома попью. И Кутила, как только она увидела Абиманию, она начала веником его отхаживать. Ой, ты не Абиманию, ты Кришна. Он подумал, что произошло, дух вселился в мою сестру, а Рада и Кришна сверху с крыши наблюдали все это, и они смеялись. Такие лилы описываются. Это лилы, которые проходят месяц Маг. Так, лила Пурушоттам, такие лилы он является. Кришна встречается с гопи. На самом деле, ни один из Враджаваси не знал об этом. Итак, мы возвращаемся к Катхе, и здесь мы завершим, потому что там начинается киртан. И гопи описывали удачу Вену, Вамши. И здесь возникает некоторая зависть, ревность. До этого они очень смиренно говорили, а сейчас они уже начинают чувствовать ревность, зависть к Вену. Это Вамши или Вену? Он такой. Дхурта. Гопи думали, у нас есть право вкушать нектар уст Говинды, потому что Кришна родился в династии гопов, мы также принадлежим к ней. С самого рождения мы любим друг друга, он наш приятам, поэтому у нас есть право вкушать нектар его уст. Но этот глупый Вену, то, что относится к нам по рождению, по праву, то этот Вену отнимает у нас и принимает расу с уст Говинды. Поэтому гопи, они вот так завидуют ему, ревнуют. Из-за удачи Вену, мы не можем вкусить нектар уст Говинды. Есть 33 типа санчари-бхав. Санчари означает так же, как океан. Иногда что происходит? Чтобы увеличить красоту океана, на нем появляются волны. Таким же образом, гопи, они прославляют Вену. Есть два вида бхав. Они, санчари бхавы, они увеличивают. Есть тай бхава. This is all the Vaishishtha of Rasa Shastra. Это все описывается в Раса Шастрах. Now gopis here,
Итак, гопи чувствуют некоторую зависть или ревность. Вначале гопи прославляли Вену, флейту, но сейчас они говорят: какая же она бесстыдная. У нас есть право вкушать нектар уст Говинды, но сейчас эта флейта все забирает у нас. So here they are describing, gopis are describing gopi the Venu, that he is Purush. And объясняют, что Вену, флейта, это мужского рода, и Пуруша, то есть мужчина не может вкушать уст нектар уст другого мужчины, потому что Вену — это мужчина. И так он подкалывает нас, издевается над нами. Oh, Gopi, look, that your assets, your sambatti, the lips of Gopi, now I am relishing it. Флейта, Вену, он показывает: о, смотрите, я сейчас вкушаю нектар уст вашего возлюбленного. Иногда они проявляют свою зависть, а иногда проявляют, как бы иногда прославляют эту флейту. О, Саки, скажите мне, когда мы проявляем прем-прити, то там даже не остается как бы как запах флейты. Когда Кришна... Что-то не перевели. Кришна держит Вену в своей руке с самого детства. Когда Кришна был маленьким, он всегда держал эту флейту в своих руках, поэтому гопи говорят. Кришна берет руку в руку флейту и начинает пасти коров. Когда Кришна начал пасти коров, с этого момента у него начались эти взаимоотношения с флейтой. Он стал носить с собой флейту. Поэтому флейта стала адикари, искусной по вкушению уст Говинды. Мы, гопи, любим Кришна с самого рождения, но эта Вену должна быть наказана. Есть свакия, есть паракия. When Guru never don't give the diksha, so the person who are staying with him or serves him. Если Гуру не давал дикшу, и как человек служит ему. When Guru took the disciples, give the initiation to disciples. А когда Гуру дает инициацию ученику, он начинает, он становится свакия шикшей. Шиши, точнее. But. Но. Who is a disciple? Who is the disciple of his guru? They have this kind of, this is my, he is my guru. Учеников у них есть это ощущение, это мой гуру. А у другого ученика, например, не было инициации. So in the same way, so gopis are saying, gopis are fighting with the Venu in this way. И поэтому немножко другие отношения. Поэтому гопи говорят.
У нас есть взаимоотношения с Кришной с нашего рождения. А у тебя какие отношения? Только лишь с того момента, когда Кришна начал пасти коров. Поэтому какие у тебя отношения с Кришной? Они обращаются к флейте. Мы гораздо дольше с ним общаемся. Например, гуру, он принимает служение от кого-то, но когда приходит ученик, и он ему дает посвящение, поэтому это уже другие отношения ученика и гуру. И тут то же самое. Гопи говорят, у нас есть отношения с Кришной с рождения, но у тебя отношения с Кришной только лишь с момента, когда он начал пасти коров. Нету перевода. Гопи говорят, видя эту удачу Вену, они чувствуют. Счастье. Видя Манаси Гангу, сердца гопи плавятся. Потому что Вену родился в их династии. Видя их, сколько Вену чувствует счастья. Потому что, например, когда вайшнав рождается в чьей-либо династии, то все предки чувствуют столько счастья. Точно так же гопи, показывая на Манаси Гангу, насколько же они удачливы, ну, Манаси Ганга, что Вену родился в их династии. Ну, видимо, на их берегах. Таким образом, Махабхагавати гопи, они выражают удачу гопи. Они говорят, наверное, эта флейта, она совершала аскезы в предыдущих рождениях, поэтому сейчас она вкушает нектар уст Говинда. Если бы мы совершали такие же аскезы, то мы бы, наверное, получили такой же плод. На уровне Махабхавы, в человеческом теле